Сочинский парк «Альпак» стал самым крупным в России. На горный курорт привезли 44 самки и 16 самцов. В дороге у одной из альпак родился детеныш. Теперь не 60, а 61 альпака. Тут же сразу забрали малыша ветеринары. Все они максимально разные, и вплоть до характера, и начиная с окраса. Они просто невероятные, у нас таких никогда не было. Я думаю, мы обязательно войдем в книгу рекордов Гиннесса. Сейчас новых обитателей парка ждет обязательное медицинское обследование, СПА-процедурой и карантин длиною в 30 дней. В течение этого времени они будут находиться под круглосуточным наблюдением опытных ветеринаров в отдельном вольере. Альпаки – животные социальные и любят общаться. Как только врачи убедятся, что все подопечные готовы контактировать с людьми, новые обитатели парка будут рады встрече с гостями. А вот увидеть их в вольере можно уже сейчас.